Привет, народ, с вами Алекс. И все мы знаем такой простой элемент, как подъем с переворотом. И, надеюсь, не только знаем, но и умеем его делать. Но мало кто знает, что у такого простого элемента, как подъем с переворотом, есть множество усложнений, которые сегодня я вам покажу. Уровни подъема с переворотом. Кстати, скоро на нашем канале 5000 подписчиков. Спасибо вам огромное. Ребят, я только что проверил свои подписчики, и походу это видео уже вышло с 5000 подписчиков. Это просто вау. Все быстрее, чем я ожидал. И на 5000 я хочу сделать что-то грандиозное. Ну, если погода мне не помешает. Поехали. Смотрите, ребят, я такой богатый ютубер, что деньгами вытираю турник. Все ради турников. Лайки. Ну что ж, ребят, вот такое видео у нас получилось. Я еще, конечно, всего не умею, но то, что я умею, я вам показал. И если вам это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочки все в описании. Ребят, занимайтесь спортом, читайте хорошие книги, не бухайте. А с вами был я, Алекс. Пока-пока.